Это все статьи, это заказные. По Казахстану сейчас идет репрессия. История повторяется, 37-й год. Они ничем не виновны. Предъявляют им самые тяжелые статьи. Разжигаем социальные и межнациональные розни там. Власти хотят здесь показать свою силу. И перед мировой общественностью хочет оправдать свои жангузинские преступления прошлогодние. Кровавые события Жангузин. Народ знает, кто это преступление совершил, кто отдал приказ. Мы знаем, этот приказ отдал. Здесь Козлов невиновен. Серг Сапаргали, Айжангур. Из них хотят сделать виновным. А мы будем до конца бороться и защищать их. Это наши друзья и товарищи. Мы их в беде не бросим. Мы до конца пойдем.